ходили под Пармск, да, Каша? Да. Не, ну нормально все не было. Немножко это отлично. Нет, тут только с утра где-то до 11, из 4 где-то. Все это происходит. Волна, Трюха! Ты пошел гулять. Да ему кайф. Да. Как он встал по пляжу. А я все переживал, что ему скучно. А его он не уйдет. Не хочет уезжать отсюда? Не хочет. И первые два дня он вообще, как я смотрю, там, ну, Волна идет! Засовываем энтузиазм. А сейчас я сказал, чтобы завтра увидим. Все, сейчас Лена отпустит. Все, уже отпустит.